Всем привет! Это первое демонстрационное видео новой программы WoT Joystick. Мы играем с тигром. И джойстик у нас стандартный для PlayStation. Движение танка у нас осуществляется двумя способами. Как позиционным переключателем, так и левой крутилкой можно это делать. А правая крутилка у нас управляет башней танка. Выстрел осуществляется правым нижним спусковым крючком. Все кнопки джойстика настроены на разные функции танка. Скоро мы встретим первых врагов. Готов один. Жалко рикошет. Вы слышите специфичный звук. Это оригинальный фичер программы, который позволяет точно прицеливаться. Как вы видите, игрок чувствует себя достаточно комфортно с джойстиком.
что нас ждет. Получи. Тебе не повезло. Еще одна арта. И вот мы победили. Как вы видите, 4 убитых танка. Неплохой результат для игры с джойстиком. Спасибо за внимание.